Силачи попытались сдвинуть пришвартованный в порту Мурманска барк «Седов». Это уже второй подход к снаряду в 7 тысяч тонн. Прошлый рекорд «Стронгмены» пытались установить 19 октября. Что получилось в этот раз, расскажет Анна Чайникова. Первая попытка покорить «Седов» успехом не увенчалась. Из-за большой парусности и течений три сильнейших человека страны 19 октября не смогли сдвинуть барк с места. Но русские богатыри от своего отступать не собирались. И вот спустя несколько дней Леон Мирошник, Евгений Казаков и Евгений Марков снова попытались одолеть легендарный парусник. Поехали! И вот он, успех. Судно весом более 7 тысяч тонн удалось сдвинуть с места на 3 метра 25 сантиметров. Почти 2 минуты три богатыря тащили за собой «Седов». Как итог, мировой рекорд и ликование болельщиков. Изначально, когда планировался этот рекорд, рассчитали, что на каждого человека приходит примерно тяговая сила в 100 тонн. То есть каждый тащил за собой минимум 5 самосвалов, там, «Вольво». Такой вес обычному человеку точно не под силу. Даже профессионалам понадобилась длительная подготовка, чтобы преодолеть эту колоссальную нагрузку. Я немножко открою вам тайну. Все-таки мы хотели, чтобы это сделал один атлет, и именно Леон Мирошник, потому что он, ну, мурманчанин, да, мы хотели все-таки, чтобы он сделал это сам. Но все-таки организационные моменты и сама техническая составляющая, вы понимаете, что судно большое, имеет большую парусность. На достигнутом атлеты останавливаться не собираются. Впереди новые рекорды. Свою следующую цель силачи пока не разглашают, но обещают, что это будет что-то очень масштабное и еще более зрелищное.